Ваше Величество, отпустите меня на родину. А как же твой сын? Я-то думала, она меня сейчас будет умолять с детем повидаться, а она что? Я не стану просить то, что мне и так принадлежит по праву. Ты посмотри на нее, а? Да она с нами и прямо. Как с равными разговаривает! Да больная она, матушка. Сама не видишь. Я мать будущего императора! Кинежар, подойти в обморок. Домой собралась! Давай! Держать не буду!